На объект по улице Докутович у Гомеле мобильная группа приезжает за 20 хвилин до початку працовного дня. Светание только начинается, але и при таким осветлении башня головная. На пляцовце, где находится техника, специализованное профессийное обсталевание и бытовки, нема вартовника. Калі меркаваць по тым, что во всех бытовых вагончиках печки холодные, не было его верагодна и ночью. Нечто украсть, ці злить с машин палива для злочинцев не представляя никаких проблем. Есть вопросы сохранности государственного имущества, есть вопросы к специалистам, которые непосредственно занимаются охраной данного объекта, и есть вопросы как производственной, так и технологической дисциплины. До початку працовного дня на пляцовце з'являється только один человек. Остальные приходят кто про 5, а кто и про 15 хвилин. На этом участку працуют рабочие одразу с нескольких районных дорожно-будовничих организаций. Але это не значит, что директива номер 1 об узмоснении дисциплины тут не дейнейшая. После проведения больше деталевой проверки, члены мобильной группы огушивают еще несколько выявленных порушений. Забота о рабочих. Бытовка не отапливается. Как переодеваться? Потом здесь по округе смотрим складирование материалов. Все хаотично навалено. Усе зауваги будут обагульнены и накированы для разгляду у гомельский горвыканкам. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».